Итак, закончился матч между Алматы и Темиртау. Давайте вспоминать опасные моменты и заброшенные шайбы. А их было сегодня предостаточно. В первом периоде мы увидели лишь одну заброшенную шайбу. Вот она на ваших экранах. Саливанов забросил с передачи Асуханова и Жарабека. Четвертое звено у Темиртау отличилось. Как Темиртау вышел вперед в этой встрече. 0-1. Были еще опасные моменты. Но и Алматы также подходил к воротам. Но уже во втором периоде Преснов удваивает преимущество. Потапов и Гусейнов у него в ассистентах. Быстрая шайба. 55 секунд понадобилось гостям, чтобы увеличить отрыв. Ну и тут выход 1-0. С первым броском Полуэктов справляется. Но там удается добавить в этом эпизоде Шафееву. 0-3. Ну а дальше Алматы во втором периоде удается забросить в большинстве усилиями Кузнецова с передачи Спиридонова. Счет становится 1-3. Первая бригада большинства отличилась у хозяев. Дальше вновь Алматы забрасывает в большинстве. На сей раз забросил Лобанов с передачи Ипатова. Счет становится 2-3. Вторая бригада большинства у Алматы отличается. Хороший бросок от синей линии. И ничем не смог помочь своей команде Еремеев. Но на этом голы, заброшенные шайбы во втором периоде не закончились. В концовке периода хоккеист Алматы удаляется. И там Темиртау реализует свое большинство. Попов забрасывает. Гусейнов и Штайгер у него в ассистентах. Первая бригада большинства отличается у гостей. Гол получился на заглядение. Полуэктов также ничем не смог помочь в этом эпизоде. Ну а в третьем периоде Алматы очень-очень много атаковал, бросал, но забить не удалось. А вот Темиртау такой красивый гол забрасывает в большинстве. Чоботов забрасывает, Гусейнов и Попов у него в ассистентах. И первая бригада большинства у Темиртау отличилась в этом эпизоде. Ну и дальше классный момент Темиртау использует. Полуэктов с первым броском справляется. Ну а дальше дают добавить на пятаке Шишову. Передача Демина. Счет становится 2-6. Третье звено Темиртау отличилось. Ну и таким образом больше мы заброшенных шайб не увидели. Были еще опасные моменты у Темиртау, но забросить больше не удалось. На сим все. Спасибо за внимание.